Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге «Великие музеи мира» Абрахам Блумарт. Пейзаж с проповедью святого Иоанна Крестителя. Около 1600 года. Холст масла 139 на 188. Утрехтский художник Абрахам Блумарт был католиком, много работал по заказу католической церкви, оставив после себя немало полотен на религиозные сюжеты. Протестантские церкви не украшались картинами или фресками. В данном случае мастер изобразил проповедь Иоанна Крестителя, пророчествующий о пришествии Мессии, но представил ее необычно. Фигура пророка находится в тени большого дерева с причудливо переплетенными стволами. А на свету показана странная компания людей. Нарядная женщина кормит грудью младенца. Рядом стоит паренек. Сидит обнаженный юноша. Стоит барабанщик в камзоле и шляпе с пером. Слева расположилась еще одна женщина с ребенком. Позади нее лежит, вероятно, бродячий торговец в красной шляпе. Данный персонаж, а также ухватившийся за ветку юноша, пастухи справа от барабанщика и люди вокруг Иоанна, внимают его проповеди. Остальные занимаются своими делами, и, видимо, эти сценки из повседневной жизни привлекали живописца более всего. Фигура спящего мальчика, отмеченная сложным ракурсом, выглядит реалистично, но в изображении большинства героев автор проявил себя приверженцем маньеризма, придав им иногда вычурные позы. В картине Блумарта много фантазийного, вроде женщины в желтом одеянии на первом плане, напоминающей античную богиню, или барабанщика в театральном костюме. Традиция отображать в картинах на библейские сюжеты реалии современных художников жизни или его фантазии существовала в европейском искусстве давно и активно развивалась в 17 столетии. Интересно, что на холсте присутствуют два уходящих вдаль пейзажных вида. Оба являются картинами в картине, но при этом создают впечатление единства друг с другом и остальным изображением. Вот такое описание к работе Абрахама Блумарта «Пейзаж с проповедью святого Иоанна Крестителя», текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.